Число заболевших коронавирусом продолжает расти. В России за сутки зафиксировали свыше 37,5 тысяч случаев. Из них в нашем округе 79. Медики напоминают, эффективным методом профилактики остается вакцинация. А тем, кто делал прививку ранее, рекомендуют ревакцинироваться. Мы рекомендуем ревакцинироваться через 6 месяцев после первой вакцинации или же после перенесенного заболевания. Так как иммунитет сохраняется от 6 до 9 месяцев, и 6 месяцев – это оптимальный срок для поддержки иммунитета. Сделать прививку можно во взрослой поликлинике, городской больнице или в филиале номер 1 по предварительной записи по телефону 67042. С собой необходимо иметь паспорт, СНИЛС и полис.